как только в личном кабинете изменится эта сумма, да, соответственно, все встанет на свои места, мы сразу же это оплатим. Каждый день этот вопрос контролируем. 66 миллионов рублей – общая сумма долга, из которых почти 25 оплатили до заседания комиссии. Такие цифры были озвучены в ходе прошедшего окружной администрации заседания комиссии по взысканию задолженности, как с юридических, так и с физических лиц. Также здесь разъяснили итоги года и нововведения. Уплатив НДФЛ, он будет думать, что он заплатил налог НДФЛ, но если у него есть задолженность по другим налогам, то ровно эта сумма будет распределена в первую очередь на уплату задолженности. И это будет как снежный ком по НДФЛ, у него теперь будет задолженность, потому что не вся сумма будет засчитана. То есть полностью объединяются все долги перед бюджетной системой Российской Федерации по налогам. В завершении заседания представители теруправлений отчитались о взысканных и оплаченных долгах на их территории за весь 2022 год. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Проконсультируйтесь.